Минтранс получил сегодня официальное уведомление от Госавиаслужбы Украины о полном прекращении авиасообщения с Россией с 25 октября. Свои действия в Киеве назвали ответным шагом на решение Росавиации запретить украинским перевозчикам полеты в Россию. О том, что месяц назад Украина сама ввела санкции против наших авиакомпаний, власти предпочитают не вспоминать. В черный список, утвержденный тогда Петром Порошенко, попали почти все российские авиакомпании, летавшие на Украину, от Аэрофлота до Red Wings. Единственным исключением до сегодняшнего дня оставался ЮТР. И вот теперь этот пробел, похоже, решили ликвидировать.